Странная вечеринка, номер два. У нас сегодня ночуют Сережа, Ярик, Алиса. Беззубик Игорь. Беззубик Игорь. Да. Даша. Беззубик. И мы с Катей. Можно кушать уже, мама? Можно, можно. Подушечки. Мы начинаем с перекуса. Одни чипсы с зеленью и сметаной, а другие с сыром. О, хаги-ваги. Да, мы много чего приготовили. Мы уже челлендж кубик снимали. Тут у нас всякие интересности. Так, тут у нас такие вкусняшки. Каждому сок, если кому-то хочется, уже можно брать. А можете можете сок разбирать. Да, там только персик. Можешь подать. На. Водичка у нас у каждого своя сегодня. Вот моя. Угу. Неужели это реально беззубик? Покажи-ка хвост, покажи. Даже хвост есть у беззубика, ё-моё. Беззубик, хватит быть моим питомцем, я кошка. Беззубик, ты не так умеешь. Ребят, давайте, пока вы перекусываете, давайте поделимся на команды. Я предлагаю это сделать случайным образом каким-то. Или сейчас напишем бумажечки, будем вытягивать, или там на камень-ножницы, как вы хотите. Я хочу камень-ножницы, бой подушкой. Или Катя сильно пишет, Катя. Или можем выбрать двух капитанов, а они выбирают все команды. Да! Я первый раз. Давайте, хай будет Алиса и Игорь. Команда кошки типа, да, и команда без зубика. Да. Ну давайте, хорошо. Так, я хочу в команде с Дашей. Я не поняла, что у меня тут мама, сестра, Даша. А я ж не буду с вами, потому что посчитай, мы не делимся. Алиса. С Яриком? Да. А выбрала я с Дашей. Да, так тебе еще один человек. Да. Или Сережа, или Катя. Катя, конечно же. Да ну блин! Сначала надо было Катю выбирать. Подождите, у нас получилась команда мальчиков против команды девочек. Ну хорошо, это интересно. Кто угадает, что это такое? Витамины. Это узбагаин. Это вообще мармеладки. Этим мы будем вас успокаивать. Да ладно, шучу. Не, я пошутила. Это будет получать тот, кто выигрывает. А. Поняли? Вместо, как в прошлый раз были пряники, а в этот раз будет узбагаин. Ой, упала. Жилейки. Вот это поворот. Первый конкурс начинается так. Мы сейчас играем в такую игру все вместе. Я буду говорить первое. Я беру с собой в поход рюкзак. Алис, теперь ты продолжаешь, и ты говоришь, я беру с собой в поход рюкзак и добавляешь какую-то вещь, которую ты бы взяла с собой в поход. Я беру с собой в поход рюкзак. И? И в нем кошка. И кошку. Так, теперь Даша, давай. Я беру с собой в поход рюкзак и... Сейчас. Кошку. Кошку. И беру с собой в поход лопату. Лопату. Поняли? Да. Кто забудет хоть одно слово, сразу вылетает. Да. Поняли? Выиграет тот, кто все это назовет правильно. Давай, Сереж. Я беру с собой в поход рюкзак и кошку, и лопату, и... И еще беру гроши. Хорошо. Я беру с собой в поход рюкзак, кошку, лопату, и гроши, и пуфик. Я беру с собой в поход рюкзак, кошку, лопату, гроши, пуфик и яблоко. Катя, теперь ты. Я беру пахит рюкзак, кошку, лопату, гроши, пуфик, яблоко, да... Вы думаете то, что именно в походе нужно? А я знаю. А, это обовязково? Ну да, ну такое, что в походе пригодилось. Ну кошка обовязково, потому что кошку я думаю оставить дома. Ножик. Добрый, тут я вижу. Еду. Так, Алис, твоя очередь. Я беру с собой в поход рюкзак. Ой, то есть... Правильно, да. Рюкзак. И смотри, кошку. Ты вспоминай по кругу. Вот первое я говорила рюкзак, ты говорила кошку. Дальше, кошку. Даша. А еще, ну что, надо вспомнить. Лопату. Тихо. Деньги. Ага. Пуфик. А Игорь, яблоко. И Катя, да, еду. Чуть не забыла. И еще добавляешь, что ты еще берешь? И беру узбагаин. Хорошо.
Даша. Рюкзак, кошку, лопату, гроші. Опа, Беззубик любит пончики. Не подсказывайте. За подсказку тоже будете вылетать. Из магазина. И свою добавляю. Беру с собой еще воду. Я беру с собой поход, рюкзак, кошку. Ням-ням-ням. Лопату, гроші, пуфик, яблука, їжу, узбагазин. Блин, только что положила что-то. Я тоже. Ладно, повтори, что ты там сказала, а то все... Воду. И... И PlayStation 5. Давай, Ярик. Я беру с собой в поход рюкзак, кишку, лопату, гроші, пуфик, яблоко, їжу. Молодец. Стой, що? Не подсказывать. Що? Узбагаїн, воду. Що ти говорив? PlayStation 5 і ножик. Я беру з собою поход, рюкзак, кішку, лопату, гроші, туфік, яблука, їжу, узбагаїн. Мама вилітає, підказала. Я шучу. Ні, він просто сказати не мог. Все? Ти пас? Ярик, сейчас вылетишь. Воду. Ниш. PlayStation 5. Ты правильно сказал. Последняя, давай. После PlayStation. Я просто сказал спочатку, ты еще сказал Ярик, а потом ты еще Сережа. А, да? А что ты... А, ну да, потом нужно. PlayStation 5. И? А. Телефон. Я беру с собой пахит рюкзак, кишку. Не, накажи, зараз не згадаю. А нельзя подсказать. Секунду, рюкзак, кишку. Она сказала воду, но это друга была. Она что-то взяла, чтобы закопать кишку. А, лопату. Если что, если что. Лопату, гроші, пуфик, яблоко, їжу, узбагаїн, воду, PlayStation 5, ніж та... А я знаю. Чекайте, я сказала. Я не буду. Та телефон. І дощовик. Ого, Алиса, сейчас тебе будет сложно. Я беру с собой в поход рюкзак, кошку, лопату. Вспомнила деньги, пуфик, яблоко, еду. Молодец. Узбагаим я... Так, я помню. Воду, PlayStation 5. Надо вспомнить, что... Может, там воду? Ты же такая... Ой. Ну что же Ярик брал? Ярик. Ножик. Ярик мне подсказал. Игорь брал телефон. Катя. Дождевик. И я беру палатку, чтобы ночевать там. Я беру палатку. А я знаю, что... О, Даша, сейчас будет сложно. Да, главное не мешать и ничего не говорить. Все, давайте таки уже вам загадим. Я беру рюкзак, кошку, лопату, деньги, пуфик, яблоко, еду, я забыла, что... Збагаїн, воду, PlayStation 5, нож, телефон, дождевик і мою. І палатка. І сама допомога. Беру з собою... Хай буде... Ну давай, що в поході нужно? Прибори. Столові, прибори? Я думаю, програю. Це дуже тяжело. Я беру з собою в поход. Рюкзак, кішку, лопату, гроші. Що там було?
Ну, все мы, я забыла. Потому что странную вещь. Странную вещь взял в поход. Ну, давайте на пятказу вот тут же. Так, Сереж, быстрее надо. Давай. Если не помнишь, говоришь, что я пас. Я хочу спать. Даем 5 секунд. Один, два, три, четыре, пять. Все, Сережа вылетает. PlayStation 5. Пуфик был. Пуфик был. Пуфик. Я же и хотела тебе подсказать. Не, подсказывать нельзя. Давай, Ярик, да. Я буду с собой в поход. Рюкзак, кишку, лопату, гроши, пуфик, ниш, ежу. PlayStation 5. Я беру с собой поход рюкзак, кишку, лопату, гроши, пуфик. 5 секунд. И ты не можешь подсказывать. Стойте. 5 секунд у тебя. Ну, ты не 1. Будешь. 2. Да. Игорь, будешь подсказывать, вылетишь. 4. 5. Ярик вылетает. Вы сейчас все по черзи вылетаете. Давайте, тихо. Я Давай. Беру с собой поход. Кишку, лопату. Ты самое первое забыл. Я беру с собой поход. А, ой, рюкзак, кишку, лопату, гроши. Ежу. Ой, я сказала яблоко? Стоп. Я беру с собой поход. Рюкзак, кишку, лопату. PlayStation 5, пуфик. Я беру с собой поход. Рюкзак. Рюкзак. Кишку. Лопату. А я помню. Пять секунд. Не подсказывай-то. Не, я не подсказывай. Что, все смогли, а мальчики нет? Мы еще не смогли. Все, уже 5. Ваша команда проигрывает, пацаны. Наша выиграла. Нет. Все, команда девочка выиграла, и мы получаем узбагаинчик. Или может узбагаин проигравшим давайте, чтобы успокоились. Даже не знаю. Пожалуйста. Как вы думаете? Пожалуйста. Не, ну все, тогда выигравшим даю. Узбагаин дайте. Так, девочки получают по одному узбагаинчику. Можно одну? Да. Мама, его можно есть? Ну да, конечно, это же желе. А я думаю, это вот этим, кто нарисован тут. А ты куда? Ты ж не брала участь в цьому раунді. Мама, это точно не для Лемуров? Точно? Нет, это желе для людей. И запоминайте теперь, что девочки, мальчики 1-0. Успеть за 6 секунд играем. Да! Да! Мы будем играть так. Одна девочка, потом следующий мальчик. Ну, например, сейчас Алиса, следующий Сережа. Потом ну, Даша, потом... следующий Игорь. Ну, мы будем играть девочка-мальчик, девочка-мальчик, девочка-мальчик. Хорошо? Угу. Чтобы наши шансы равные были. Назови 3 вида передвижения, на чем можно ездить. Машина, самокат, еще велосипед. Успела. Есть, молодец. Так, переходит. А это вот держи карточку. Так, 3, будем считать. Это карточка наша. Так, у нас 1 очко есть. Теперь, Сережа, назови 3 рифмы к слову кот. Кот. Я не знаю. Все, ход переходит на Катю. А вы не. Ну могу я. Я у меня с рифмами хорошо. Кот бутерброд. Кот урод. Кот. Кот. Блин. Титлен, кот. Ну сейчас как раз твоя очередь, давай. Кот сок. Не. Кот. Кот. Все, 6 секунд вышло. Я. Кот бегемот, кот компот, кот бойкот. О, нормально. Так, у девочек уже 2 очка есть. Так, готовы? Теперь Игорь готов? Давай. Назови 3 родственника. А я знаю. Ну блин, бабушка, дедушка. Стоп. Все, Игорь. Теперь Алисе на очередь, тихо. Мама, папа, дедушка. Да, все, молодец. Лихотня. Готовы? 3, 4. Назови 3 слова, которые начинаются с буквы Я. Я знаю.
яблуко, я не знаю. Все, 6 секунд. А было яйцо. Алис, так сейчас мы будем говорить, сейчас не подсказывай. Даша, садись. Ой, сейчас. Готова? Давай, время. Яйцо, яд, яблоко. Яблоко было. Все, 6 секунд. Капец, теперь эти слова нельзя. Так, кто следующий? Ярик, сейчас ты. Давай. Я? Да. Поехали. Яна. Не, имена нельзя. Блин. Все. А что там? Катя, на очередь. Я не знаю. Давай. Яхта. Я хотела подсказать. Я латинское мова. Я подумала, яблоня, ну можно же было. Яблоко было, яблоня не было. Ваше слово яблоня. Мне кажется, что мы уже на цели. Да, давайте следующую карточку. Назови 3 породы котов. Батон. Породы? Все, прямо породы. Стоп, все. Алисе на очередь, давай, запускай. Алиса. Один. Давай. 3 породы котов. Сибирская кошка, джунгарская кошка и... Все. Следующий, давай. Сережа, 3 породы кошки, давай. Я знаю только 2, а дальше я не знаю. Ладно, меняем карточку, да? Так, Сережа, сейчас. Назови 3 планеты. Земля, Меркурий и Солнце. Солнце это не планета. Тихо, не подсказывайте, сейчас девочки будут. Алиса, твоя очередь, давай. Сатурн, Юпитер, Плутон. Молодец. Теперь мальчишки, Ярик, твоя очередь. 3, 4. Назови 3 профессии. Пожарный, полицейский и скорая помощь. Ну, врач. Молодец. Нет, засчитываем. Нормально. Нет. Держи. Ура! Хоть один балл. А что, у вас первый? Да. Капец, у нас 3 уже. Так, сейчас у нас девочки. Даша, назови 3 части цветка. Столбур, листья... 6 секунд, все. Нет, чтобы быстрее. У вас кто? Чья очередь, Игоря? А я кто? Желтая штука. Назови 3 части цветка. Ну, лепесток. Столбур, листок и... Это желтая штука, я не знаю. Столбур был, его нельзя. Все, 6 секунд. Так, Сережа, назови 3 составляющих автомобиля. Руль, сиденье и ручки. Молодец. Есть. Держите. Ура! Все. Так, теперь чья очередь? Алисина очередь. Так, готова, Алис? Да. Назови 3 вида сладостей. Чупа-чупс, конфета, шоколадка. Успела? Да, у нас шоколадка. Показывай, сколько у нас очков. У нас 5 очков. У Кати 1 и у меня 4. У нас 5 очков, а у вас? 2. Ну что, опять девчонки едят узбагай? Мы уже такие спокойные. Дай мне я попробую. Давай, раздавай. Можно в команду девочек? Игорь, хочет в команду девочек. И узбагай, да. Катя, узбагай. И Сандера. И мне узбагай. Следующий конкурс. Выбирайте одного из вас, кто будет участвовать. Я. Сережа, хорошо. И вы, девчонки, кто у нас будет участвовать? Что, Алиска хочет? Даша не хочет. Алиса. Хорошо. Значит, Алиса идет к Сереже. Иди садись, Сереже. Мы выбираем еще по одному участнику. Я, пожалуйста, я! Ярик. И Даша? Хорошо. А теперь я вам рассказываю, что надо будет делать. Кто красивее сделает макияж, делают девочки мальчикам. Я Сереге делаю. Фу! Повезло! Так, вот в вашем распоряжении. Или какие-то там. Смеется по жизни. У тебя красивый. У вас 5 минут. Я потом Игоря раскрашу. Не, Алис, у вас 5 минут, а потом они вас. И потом будем смотреть, кто лучше сделал. Закрывай глаза. О, мне закрой глаз. Слава богу, я руку не поднимаю. Не хмурь глазки. Отлично, глазки почти готовы. Теперь другой цвет. Ой, красавица! Ой, да, а у Ярика видно. Ой, где? Открой.
красотка. А ему вылечить Ярику? Еще надо. Слухай, а вони таку кольорову гаму підібрали, реально, Сережа рожевенький, непогано, я ліку. Ну, тому що, да, у нього красна кофта. Серега, ти красава. Закривай. Будеш самою красивою дівчиною в мірі. Я тебе вампіром. Ні, Алі, Серега, тебе почти нічого не видно, тебе так повезло. Окей. Тебе очень видно, очень сильно. Да, смотрите, у вас немного времени уже осталось. Ой-ой, какая красавица! А где жених? А если сейчас кто-то будет прикалываться, то тоже будет участвовать. У тебя щечки видно. Разве? Еще. Тихо, дайте я докрашу. А ваше подобщаться? Давай. Она тебе еще ничего почти не сделала. Так, у вас остается две минутки. Да, шутки. Губки, давай. Сейчас. Губы, губы. Я не катаю. Эй, губы, зачем? Так, напугать. Вот. Не, щечки. Губы? Я ухожу. Не закрывай. Не, ну что тут губы? Да нормально, забей губы. Теперь губки блестят. Открой рот. Открой рот! Губки блёсточки! Да нормально, закрой! Делай! Закрой рот! Закрой рот! Мне нравится, она холодная. И держи. Так, все, у вас последняя минутка. Что ты делаешь? Три. А что ты кричишь, что это? Молния Маквин! Красотка! Молния Маквин? Иди сюда быстрее! Последняя! Надо последняя! Давайте, последние штрихи, все. Все, время истекло! Так, а теперь меняйтесь, меняйтесь местами, давайте. У вас 5 минут. Я тебя уру! У вас 5 минут, давайте. Если ты некрасивая, ты красивая. Ты красава! Зачем ты ведешь тут-то? Это салон красоты был сейчас... Блин, красивая девочка! Чуешь? Салон красоты! Валентина Ивановна, а вам нужно? Все. Глазик давишь чуть-чуть. Ой-ой-ой! Я сказала, стрипай кисточек. Давайте, у вас уже осталось времени 2,5 минуты. Алиска, давай! 2,5 минуты. Такую ты побольше. Сама закроешь. Превью. Это дробовый? Смотри. Вот это дресничек. Расчесочка дробового. Я сейчас в обмороку подушу. Так, у вас осталось по одной минутке. Так, заканчивайте. Идет. Еще. Багаин, дайте, пожалуйста. Дайте уж багаин. Походу, Ярику конкурс нравится. Дайте уж багаин. Так, все, закончили. Закончили. Так, теперь Алиса и Даша, садитесь рядышком. Вау, я красивая. Я останусь. Покажи, Даша. Даша, смотри. Так, ну что, ребят, голосуем. Кто голосует за то, что Сережа сделал красивее? Я. Раз, два, три, четыре. Короче, все. Так, голосуем, кто красивее, по вашему мнению? Поменял Сережу. Голосуем за Сережу. Кто за Сережу? Я за Сережу. Кто за Сережу? Я. Раз, два. А, мне ты тоже голосуешь? А, нет. Три. Кто за Ярика? 4. А, цікаво, що Сережа зробив краще макіяж, чи Ярик краще? Ні, хто нам? Ну, хто красивий получился? У Ярика більше подобається. У Ярика. У Сереги. За Ярика 4. Так, тут виігрывает Даша. Даша. Значить, виіграли Даша, а там виіграв Сережа. Даша і Сережа зараз будуть спорити на камінь-ножниці. Да! Дайте йому з багаїн. Да! Берите узбагаин. Ручка чистая. Узбагаинчик.
на Алиска. Пробуйте. На мою. Ну как? Вкусный? Мне так было две, я собирала. Наконец-то пацаны получили узбагаин. Какой у нас счет? 2-1 или 3-1? 2-1. 2-1. Смотрите, у кого в конце всех игр будет больше, тот выиграет. Та команда выиграет главный приз. А какой он, мы вам не скажем. Это секрет. Так, у нас небольшая пауза почистится, потому что от ковра. Потому что мальчишки валяются на коврах и потом покрываются белой шерстью от ковра. А на спине у меня есть? Угу. Да, конечно, есть. Я же на спине валялся. Я тоже покрываю шерсть. На черном очень видно, просто белое. Это не от кошек шерсть. Кошки сюда не заходят. Это от ковров. Вот так на ковре полежишь, и все, и кофта все белая. Мне не класс нагадывается, класс мультика. Ярик? Да. Вот я знаю, Цейк, Цейк, Вуди Вуди. Вуди Вуди, Вуди Пикер. Вуди Вуди Пикер, да-да-да, точно. Так Ярик на него вообще похож. Да, Ярик. Хорошо, давайте конкурс, кто не засмеется. Раз, два, три, поехали. Можно смешить? Посмейся на пальчик. Да, Сережа такой серьезный, что там надо смешить уже. Ладно, все, раз успокоились, тогда поехали. Я выиграл, все. Нужен один человек от команды мальчиков, один от девочек. Я буду. Я не хочу. А давайте теперь, кто не был у вас, давайте. Игорь! Значит, будет участвовать, будет Игорь и Катя. Oh my God. Прикладываем свою руку к бумаге и обводим. Вот так вот, как Катя, обводим. Так у меня ручка больше. Ничего. Будет Игорю чуть-чуть легче. Так, нарисовали руки? У меня ужас происходит. Я тебя съем. Так, теперь вы так, чтобы друг с другом, ну, чтобы не видеть, берите эти руки, забирайте, чтобы не видеть, вы должны написать числа от 0 до 100. 0, 1, 2, 3, в разброс. А. На этой руке. Только на руке, за руку не залазить. Типа, как сказать, типа вот так вот, 1, 2. Нет, по всей руке. Смотри, вот так. По всей руке пишешь циферки до 100. У моего сока рот оторвался. Ну ладно. Он забогатый, все же долго будет. Нормально. Катя, в разброс. Внизу руки тоже, понял? Везде. Ну так, давись. Я знаю, я так и пишу. Лен, знаешь что? У нас у всех всегда самая смешная у нас шутка. Типа, я говорю, лодка, а я Алексей. Вот так, я говорю. Вы идиотка? Да. А я легче четко. Тут. Нет, давай. Давайте, меняйтесь руками. А, ты так и меняйтесь руками, быстро, меняйтесь. А, то ему легче будет, да. Так, а теперь я вам говорю цифры, кто первый найдет. Кто первый найдет? Цифра 3. А я тут разумею, что самое все 3. Ищите. Да нет, нашел. В каждой клеточке нолики пиши. Я нашел 3. Игорь, в каждой клеточке нолики пиши. Ты должен все клетки закрыть ноликами, понял? Да, вот так. Кто первый закроет все клетки ноликами, тот выиграл. А пока она не найдет 3. Нашла, стоп, Игорь. Все, не пишешь нолики, стой. Так, следующее. Ищите цифру 25. Я нашлась. Нулисы нолики. 24, а где 25? Кто нашел, тот рисует нолики, пока следующая не найдет. Кью, ужас, она игра. Нашел. Цифра 61. Да не... Ярик, вы сейчас проиграете. Ой, все. Все, нашел. Стоп. Так, теперь ищем цифру 4. Ой, все. Все. Я бачу. Нашел. Стоп. Ищем цифру 79.
А, я все. Все. Ё-моё. Что же толку будет? Давай, давай, пусть он ищет. 78. Да, да. Её можно ли прям подряд? Можешь, да, как хочешь. 79, 78, всё, Даша не мог. 79, Игорь, я все описала, шукай. Ты даже не можешь найти. 70. 79, нашёл. Ищем 13. Нашёл. Рисуй нолики. О, всё, я все. Я успею только 2 нолика написать. Ищем 9. Нашёл. Рисуй нолики. О, я. Все. Ну, теперь 4, або 3. Так, ищем 44. 44. Катя, ти що, глаза, ручка, термінатор? Та Ігорі треба було їх писати поближче до того. Ти що, глаза, нолік, термінатор? 40, а скільки? 48? Реально? 44. 44. А, 44. В общем, эта игра играется так, пока не закрасится все поле. Ну, давайте мы сейчас остановимся и посмотрим, кого больше. Потому что всем скучно. Все, Катя получает балл. Нет, наша команда, да, получает Узбагаин. Я понял, чем прикол. Вообще не знаю. Может подключить консоль, у папы же есть. Сейчас. А кто вместо. А кто... Сейчас Алиса будет, да? А потом кто после Алисы? Кто после Алисы? Потом, Толя, можно мы потом голову? Смотрите, угадывайте, что рисует Алиса. Котик, сосиска. Сердечко. Нет. Сердечко. Металлочка. Шарик воздушный. Сердечко, смайлик. Нет. Сердечко, котик. Он будет вернуть куля. Карты. Да, сердечко, котик. И еще что-то да, я нарисую. Я сердечко, котик сказала. И еще что-то я нарисую. У меня один балл. Я догадалась. Ты же рисуешь? Она не мать? Да. У команды мальчиков есть один балл. Теперь Сережа рисует. Скелет. Грусть. Руль. Нет. Смайлик. Нет. Людина. Людина, ну, вообще ничего не говорит. Я знаю, наверное. Снеговик. Ой, боже. Это бабушка Гренни. Нет. Бабушка. Я? Нет. Катя? Да. Сережа, прячься. И это похоже на Катю? Еще я лицо угадала. Угадывайте. Людина. Котик. Нет. О, сейчас нам консоль подключат. Нет. Игорь. Не. Папа, о, боже, а кто ты такой грустный? Привидение. Даша. Не. Мальчик. Ты? Не. Ярик. Не. Собачка? Не. О, тетя Лена. Тетя Лена. Катя. Катя. Настя. Не. Алиса, ты. Бабушка. Ты. Не. Алис, ты. Дядь не. Костя. Дядь Костя. Нет, кукла. Не. Алиса. Катя. Кукла. Не. Надя. Из игры кто? Не. Даша. Не. Учительница. Не. А кто это? А вы знала, что... Указка же в руках, или что это? Не, не указка. Это пальцы. Кто это? А это игра? Это из игры? Нет, это из... головоломки. Браво, да, Старс. Да, из головоломки. А, радость, радость. Нет, грусть. Грусть, да. Я же сказала. Печаль, да, печаль, Катя угадала. Печаль. Катя первая угадала. Я печаль. А похоже. Печаль. Алиса, голос был, как у печаль. Я печаль. Алиса лучше. Спанч Боб. Еще рисовать не начал. Это Алиса знает Катю называется. Улитка. Гипноз. Гэри. Гэри. Да. О, у девочек 3 балла уже. Мальчики, подтягивайтесь. У вас 1 всего. Мне так нравится, когда Эрик так делает. Вот так, Лиса. Вона собі купила шоколадку, гадина, а я що, он десь як вона їсть її. Я вже можу хоч шоколадку. Я знаю, де ти це їде. Сонце, а то проіграєте. Катя. Радость. Гнев.
Радость? 4 балла у нас, еще один, и мы выиграем до 5. Давайте угадывать игры. Да, Даш, мы шарим в этой теме. Я не вижу. Так иди, садись и смотри. Садись. А я бач. Давайте, нам нужен 5 балл, девчонки. Не подходит. Бабочка. Не подходит. Кот. Птица, то есть. Лапка. Кот. И вот. На хвост. Птицы похожи. Рыба. Том и Джерри. Птичка. Орел. Даже веселочка. Все, девочки выиграли опять. Эх, пацаны. Пацанам сегодня не везет. Сейчас Алиса будет показывать одно из этих слов. Сейчас Алиса показывает слово, которое даст 4 балла тому, кто угадает. Кубик-рубик. Людина. Робот. Нет. Слон. Говорить ничего нельзя. Слон. Солдатик. Робот. Слон. Робот. Нет. А кто тут? Биг. Алис, подумай, как еще показать. Модель. Цапля. Раус. Нет. Красивая девушка. Слово вот это на 4 балла. А, шпион, цей, вор. Нет? Нет. Я покажу чуть-чуть. Неуклюжий кто-то? Бабушка? Дедушка? Кто-то злой. Еще есть чуть-чуть времени, давай. Попугай. Упасть. А, подсказался... Йод! Нет. Подножка. Неуклюжая женщина? Нет. Туфли? Нет. А, я знаю, неуклюжая женщина. Нет. А может, я хоть Паша Богу скажу? Я вам могу подсказать, смотрите на ноги. Медведь. Это ног, кстати. Обувь. Снег. Снег. Нет. Снег? Нет. Снег? Нет. Да на ноги двигаться. Алис, попробуй по-другому показать. Прыжки? Тупит. Нет. А, я знаю. Шаг, шаги. Нет. Бег. Это типа нет. Такая, я на площадке, типа вот такая штука, когда ты стоишь, она такая. Белая дорожка. Нет. Я знаю, это вот так вот, надо вот так вот, и можно скорость управлять, и вот Белая так вот. Белая дорожка. Все, сдаетесь? Да. Алис, скажи, что это было. Это были ступеньки. Я изображаю, что иду по ним. И спотыкаюсь, и падаю. И изображаю, как Катя споткнулась из ступеньки. Сейчас Алиса покажет слово, за которое аж 5 баллов можно получить. Она выбрала самое сложное. Новое поколение. Ладошка. А снег? Эскаватор. Трава. Снеговик. Трава. Нет. Компьютер. Нет. Садить что? Песок. Щипать. Флаффистафель. Убрать. Массаж. Молодец. Пять баллов. У тебя 5 баллов. Новое поколение. Это массаж. Я показывала рельсы. Рельсы, шпалы, шпалы. Типа гуси, шпалы, курики. Теперь ты показываешь. Садись тут. Алис, садись туда на пуфик, ты будешь угадывать. Выбирай, какое слово будешь показывать. Да, вашей команде 5 баллов. Вот если ты покажешь, что это последнее слово, будет 5 баллов. Да, 5 баллов. Ярик показывает слово, за которое можно получить 5 баллов. Слово... А, Бог. Дельфин? Горилла. Катя угадала. Катя угадала. Корова. Корова. Так, Катя будет показывать слово на 4 балла. Кто угадает, у той команды будет 4 балла. Мария. Статуя. Ты показала? Куда же идти? Людина. Ого, Ярик угадал. У меня уже 9 баллов. У тебя уже 9 баллов. Слушайте, я за вами наблюдаю, у Ярика такая хорошая память. Вот когда мы играли, я беру с собой в поход. Вот реально лучше всех запоминал. И тут отгадывает классно. Молодец. Я лучше на 30, самое сложное. Ого, Ярик выбрал самое сложное. На 5. На 3 балла. Говорить нельзя. Шуба. Это очень сложно. Можно сказать? Не, говорить ничего нельзя, только показывай. Я ее показала. А вот ты сам выбрал. Может, не, пусть вот покажет, мне даже интересно. Скачок! Спортсмен. А что там за слово? Штанга. Давайте помогу. Так, покажи на небо. Солнце.
идею. Солнце. А, типа вот так вот пальцем? Высокий. Стрела. Лук. Подкрадывается. Ну, уже можно, в принципе, кошка. Понять. Птица. Дельфин. Це... Кстати, это тоже. Облако. Рыба. Солнце, которое... Ну вот... Дельфин. Ты стреляешь из лука. Соник. Ну, думайте, он показал, как стреляет, потом показал рыбу и показал на небо. Ну, можно же догадаться. Охотник. Ну, це не людина. Сдаётесь? Животное. Сдаётесь? Волк. Сдаётесь? Нет. Нет. Куда я сейчас? Ну, ещё кого? Ещё что-то из этого покажи. Рыба, русалка. Рыба. Акула. Прицеливайтесь. Мишень, еще что-то, кроме этого, снайпер. Еще что-то покажи. Сейчас, ты же знаешь еще? Какие-то мультик чешуи показывают. Нет. Кишка. Маугли. Я сдаюсь. Сдаетесь? Да. Знак зодиака. Он же показывал стрельца, рыбы. Так, Алиса лев, он льва показывал. Ну да. Знак зодиака был. Ярик, ты опять показываешь. Так, Ярик показывает на 4 балла. Как ты это покажешь? Философ. Гений. Думаем. Статуя. А, куда Витер показывает? Мыслитель. Знак зодиака Сергея. А, думать! О чем? Задумчивость. Следопыт. Задумчивость. Уговорить. Статуя. Модель. Скульптура. Ярик, если ты сейчас не покажешь, будет минус 4 балла. Думка. Облако. Нельзя писать слово буквами. Не-не-не. Не. Не, слово буквами нельзя. Не. Задумка. Может, вона сказала. Ну, она близко, но она же не сказала это слово. Там російською написано, чи Да не важно, ти не сказала. Ну, не, важливо, може ми перекладемо. Вона не сказала ту слово. Зуб. Зубар. Та все, здавайтесь. Ні. Загадка. Я знаю. Так, да. На 5 балів прикольне слово. Я не знаю, як на 5. А, я знаю, зараз покажу. Так. Колечко. Казак, свадьба. Свадьба. Да, правильно. Свадьба, да. Ярик опять угадал. Короче, команда мальчиков выиграла, потому что Ярик очень много угадывает. Узбагаин. Следующий конкурс. Сейчас рисуем на спине, и надо угадать, что тебе рисуют. Первая Даша Алисе. Потом я буду рисовать. Алис, ты внимательно прислушивайся, что она рисует, чтобы угадать. А Алис, ты должна угадать, давай. Что она рисует? Джамба Джош? Нет. Алис. А это из мультфильма? Все, не угадал, давай ей покажем. Да блин! Ну давай ты делай так. Сердечко? Нет. Я другие прошу. Она еще рисует. Это мои родители? Мои родители. Мои друзья. Спасибо, что ты нас любишь. Он подсказывать нельзя. Сердечко с полосками, подумай, что это еще может быть. Сердечко с котиком. Или с бабушкой, смешанной стрекозой, как я рисую. Ну, почти угадала. Это котик. Последний раз. Алис, ты сказала сердечко с котиком. Мы можем засчитать, что ты угадала. О, хорошо. Так, теперь мальчики, давайте. Я. Сережа на спине, кто будет рисовать? Котик? Сосиска? Мне вообще ничего не чувствую. Прижимай сильнее. Шуцу. Нажимай сильнее. А что это, Ярик? Скажешь мне уши? Даже мы не понимаем, что это. А, я поняла, что. Что, Даша, скажешь мне уши? Да не надо еще Сережа услышать. Шуцу.
Что ты чувствуешь спиной? Я понял. Я понял, что это. Котик! Не. Собака! Не. А что там, бабочка? PlayStation 5? Не. Алиса. Похоже. Сдаешься? Да. Совсем Алиса. Джойстик! На него вообще ничего не похоже. Он сказал, что руль. Можно еще? Ну вот этот руль. Все выйду. Можно? Сердечко. Котик. Я понял. Это... Из мультиков. Очень сложный выбрал это рисунок. Стоять! Нет. Я понял, да. Все дуже красиво. Зараз прижимайся ближе, я не чувствую. Це дуже чувствую. Сложно я выбрала, да. Здесь уж дайте покажу, как в эту игру надо играть. Человек спиной очень плохо чувствует. Тебе же рисовали? Подержи. Листья. Ты ей должна рисовать как-то вот так, смотри. Нет, так понял, все. Видишь, круг, она поняла, что это круг. Смотри. Ну. Солнышко. Видишь, солнышко? Ты мой язык синий. А такой рисунок очень сложно угадать, потому что он сложный. Ничего. Она не чувствует просто, что ты рисуешь. Ваш язык. У нас все языки синий. Покажи свой язык. Синий. Блин, я хочу камеру взять и вам показать. У жирафов такие языки. Они у них почти черные. Ого, у тебя. Ого. Телена. Узбагаин покрасил нам языки. Это очень легко. Это очень легко. Дождь? Нет. Это очень. Когда на спине рисуют, это очень сложно всегда. Только кажется, что легко. Улыбка. Подсказывать нельзя? Не-не-не. Солнце. Не. Я не знаю, даже я не знаю, что это. Животное? Ты не понимаешь. Нельзя спрашивать, что это, Ярик. Сейчас я... Можно? Все? Нет, другой стороной, просто она сейчас... дырки уже. Я не могу понять. Котик? Нет, это ушки. Боже, я даже не догадалась. Я тоже думала, ты кота рисуешь. Это ушки. Все, ничья в этом раунде. Так, ну что, следующий у нас раунд будет такой челлендж. Хаги-ваги. Сейчас мы откроем и посмотрим, что там в середине. О, здесь какие-то пакетики. А там конфетки. А можно я? Так, значит, будет или вкусно, или с перцем. С перцем, остренько. Или вкусно, или остренько. Не, я хочу... Играем так, вытаскиваем наугад. Кому попадается три раза, если в вашей команде три раза попался перец, то все, вы проиграли, поняли? Так, Алиса выбирает. Сладкое или острое? Желтенькая. Желтенькая конфетка. Давай. Я думаю, это лимон. Не остро. Ну сначала что? Уже принесу. Лимонное, наверное. Сладкое? Повезло. Давай. Так, Ярик, давай. Теперь тащит Ярик. Я боюсь. Ярик, не подведи нас. Так, Ярик. Не, вытяни желтую. Оранжевая. Она же тоже горела, она сейчас тоже горит в огне. Посмотрим. Апельсином запахло. Апельсиновый? Вот сразу вода. Вот сразу вода. Так это вода. Зеленая. Зеленая. Даже если она будет острая, надо съесть. Нет, ладно. А тут даже... Сладкая? А тут даже отсюда перца. Игорь, твоя очередь. А можем мы два пакетика? Я сейчас не почувствую, так себе воду выпила. Чего ты вынул такую есть? Какая, белая? Желтая. А чего она такая холстая? Ааа! Ну
Так, у вас один балл, ну, минус один балл. У вас минус один балл. Катя желтая? Тоже просто? Лимон? Так. Лена, остро. А я не играю, что 3 на 3 вас. Сейчас Алиса. Сейчас Алиса. Мама, мне страшно. А, сейчас я. Это моя очередь. Ладно, зачем ты сказал красная? Я красную буду. Красная цекла. Давай, пробуй. Нет, арбуз, наверное. Острая? У Кати острая. Вона типу начинка лимонна, а сама вона огурка острая. У мене голос був прям сильно. У мене прям сильно. В тебе голос пом'явся. Там не ошибишься, Катя, если я на острый. Не, ну воно почало, просто мені не дуже. Не, у мене було гостре. Так. Ну, по тобі видно. Вкусне? Ага. Давай, Даша. Чи... Вкусне. Вкусне? Даша, какого цвета? Зелено. Так, острое или сладкое? Якщо буде гостре, притворяйте, що не гостре. Мені правда не буде. Я витягнув жовту, але воно мені було... Мені оці, коли не дуже. Лайн, вкусне. Давай, Ярик. Ярик, хоч би хни. Удачі. Що це за оранжеве. Да, можете брати сразу, а з Сережа і Ігор можете не ждать брати далі. Ігор жовта. Ні. Я жовта. Удачі. А! Ти ж кажу, все жовті. Ні, у мене моя є. А! Да. У них уже минус 2 балла. Если еще одно острое им попадется, они проиграют. Что такое острое? Клубничное. Клубничное? Алис, давай. Пожалуйста, хоть бы мы не острое. Красное опять. Опять. Я хочу гостру собі. Жовту бери. Лауля, давай, Даша. Давай, Даша. Аліси прям визеш. Можна потім другу? А за це минулого разу? Можна другу? Да, в прошлый раз вона проиграла, помнишь, на первой пижамной вечеринке? Ей все время острая попадалась. Она выиграла. Не, ей острая. А, да, тогда у нас так было. Оранжево. Как же вкусно! Аромат во рту остался. У меня классно. Не желтый. Вкусненько. Ты хоть дай болеть? Я еще не пережила. А я как-то забываю, Ярик? Я зеленый, дай ему болеть. Дай ему болеть. Приходи. Что, Ярик, все острое? Все, вы продули, у Ярика острое, у вас третье. Можно еще одну? Да, у Игоря тоже. Можно еще одну? У него язык пече. Можно сразу? Сами хотели этот челлендж. Можно. Просили его. Я уже не буду играть. Я буду. Можно одну взять? А вы в курсе, что уже 4-2? 4 у девочек и 2 у вас. Еще играем или отдаете нам главный приз? Мама, страшилки, страшилки. Страшилки, страшилки. Ну, давайте страшилки. У вас такой конкурс, включаем фонарик, и, ну, чтобы лицо было страшным. У кого страшнее получится, поняли? Давайте, сейчас я первая. Алис, смотрите на мое лицо. Теперь ты. У меня будет очень страшно, поэтому подготовьтесь. Это смешно. Зубасик. Передавай. Тоже страшно. Сейчас, надо смотреть на мои глаза. Миленькая, что там страшно? Сейчас, подождите, вот так у нас? Да, вот так. Давай. А просто обычное лицо. Да, у тебя... Просто обычное лицо. Ничего такого. Лицо человека, который хочет спать. Сейчас. Нет, ну тут он улыбается. Улыбаешься. Давай. Я Мама мия. Давайте еще одну скажу, смотрите.
А будет ли она мать атаку ловить? А можно я покажу разные лица? Давай. Она смешно просто. Еще попробуем. Это Момо? Угу. Сейчас, у меня а можно я сделаю одно лицо? У нас смешно, наверное. Похоже на Момо? Нет. Да. А давайте у кого смешнее теперь. Да! Нет, тут она уже якобы страшно. Давай, Алис, передавай фонарик. Передавай фонарик. Ты же не обидишься? Даш. Скажешь, что я врубить. Давай. Я же не заснял! Да, Катя. Давай, Ярик. Я все рассказала. Ура! Сам посмеялся. Я пописал и упал. Ваша команда сейчас включает, и все втроем делаете смешную композицию. А потом наша, и посмотрим, у кого будет смешнее. Да, давай. Нет, Петь, ты хочешь? Готовы? Да. Готовы? Давай. А Серега знает эту песню? Нет. Нет, давай напомнишь, вот так. Не стыдно стало. Я знаю, теряю свою голову. Это не смешно, это погано, не стыдно. Смотрите, мы показываем. И будет мафия, да? Давайте сразу договоримся, какая команда из вас выиграет. Если, например, выиграет мафия, и эта мафия была среди мальчиков, то команда мальчиков победила, да? Точно так же, если у вас будет больше мирных среди вас, то мирные победили, значит, ваша команда победила. Ну, если один игрок выиграет, да, конечно, чей игрок выиграл, да. А если мирные, например, выиграли, тогда смотрим, где было больше мирных. Да, все, договорились. Раздаю карточки, у нас будет мирный житель, доктор, мафия, маньяк и комиссар. Еще и маньяк есть, который сам за себя играет. Ну что, город засыпает. Только вы не шевелитесь, а чисто глазами мне показывайте, хорошо? Можно на пальцах? 1, 2, 3, 4, 5. Вот кто сидит пятым, например, хочет убить пятого, показываешь пятерку на пальцах. Один тут Сережа. Не, один будет Даша, а Сережа будет шестой. Да. Вот так вот, да. Так, все, давайте. Город засыпает. Просыпается мафия. Мафия кого хочет убить? Можно показать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хорошо. Мафия засыпает, просыпается маньяк. Маньяк засыпает, просыпается доктор. Кого мы будем лечить? Угу, доктор засыпает, просыпается комиссар. Комиссар, кого мы проверим? Мафия. Комиссар засыпает, и все, да, вроде? Просыпайтесь. Так, сегодня ночью маньяк зарезал мафию Сережу. Да! Серега, пока!
и мафія Сережа убила Ігоря. Доктора. Ігор, ти б ще більше палився, що ти Вікар ночі. Да, ти так шевелился, що Катя тебе слышала. Слышно, это Серега шевелился. Серега тебя убил. А я устал, показав. Так, кто за кого, давайте. Мы за Ярика. Вас четверо. Да, мы трех за Ярика. Даша. Алисика, могла твоя помочь? Я за Ярика. Алиса? За Ярика. За Ярик. Ярик, ты за кого? Катя. Ярика. Вы не передумайте. Ярик, говори последнее слово. Например, там, я не могу быть мафией, я ночью спал мирно. Я мирного жителя. Показал карточку. Вы посадили мирного жителя. Город засыпает. Просыпается маньяк. То есть мафия. Маньяк. Маньяк засыпает. Просыпается комиссар. Угу. Маньяк. Просыпайтесь. Сегодня ночью убили комиссара Дашу. Алиса, ну что, за кого голосуем? Вас осталось двое. Катя. Ты за Катю, Катя за тебя. Новая ночь. Город засыпает. Просыпается маньяк. Сам себя, да? Харакири. Все, просыпайтесь. Ну что, у нас победил маньяк Катя. Но выиграла команда девочек, потому что маньяк был в команде девочек. А я был мирный житель, вот это теща. Теща. Ну что, у девочек 5, у вас 2. Пацаны, пора сдаваться. Давайте еще раз, мама. Главный приз у нас получают девочки. Катя, принесите черный ящик. В общем, у нас сегодня главный приз такой, ну, как раз для девочек, да, подходит. Сумочка красивая от Victoria's Secret. Ну что, давайте угадывать, что здесь за главный приз. Духи. Духи, а если бы мальчикам попалось? Сладости. Мы же что-то такое выбирали, чтобы могли выиграть и мальчики, и девочки. Сладости. Сладости, а вы как думаете? Игрушки. Игрушки. Ну, смотрите. Жвачек упаковка. Блок жвачек. Даша, ты не в первый раз у нас их выигрываешь. Это из Бравл Старс, по-моему, крутили жвачки. Да, да, да. Блок жвачек. Вы можете между собой теперь поделить. Катя, Даша и Алисе. Откройте. Ну, может, захотите и с пацанами поделитесь. Мама, а можно мы с пацанами поделиться? Конечно, можно. Конечно. А я спать. Да, все, будем спать. Ура! Я на чем попросил. Поздравляю. Ого, вы их считать будете? Ну да. Пацаны, девчонки с вами решили поделиться. Игорь, ты куда? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. К нам хотят постучаться. Да, они тоже сюда хотят. Он хочет до нас. Мы делимся жвачками.